В Григориопольском районе готовится к торжествам, посвященным 223-й годовщине образования города. На оргкомитете обсудили основные направления работы при подготовке к празднику. В планах завершить и благоустройство района. Подробнее расскажет наш корреспондент. На оргкомитете в Григориопольской госадминистрации говорили о самых актуальных вопросах при подготовке празднования. В первый раз в этом году в Григориополе организуют парад невест, праздничный концерт оркестра главного штаба вооруженных сил ПМР, а также районный конкурс талантов «Минута славы». Вчера мы провели кастинг по участникам «Минуты славы». Очень интересные конкурсанты были, кстати, девочка пятилетняя, что огромное такое вот удовольствие доставило. Пятилетняя девочка, значит, знает столицы 214 государств. Это наша жительница города. Мы ее обнаружили вчера. Она пришла с бабушкой. Порядка 12 заявок уже есть на участие в «Минуте славы». И поэтому это будет очень интересно. Для организации праздника администрация города старается привлекать и внебюджетные средства. Определенная часть денег выделяется из местного бюджета, но большая часть – это деньги спонсоров, которые приняли участие в финансировании различных мероприятий. Сегодня было проведено координационное совещание с представителями оргкомитета по празднованию 223-й годовщины нашего города. Совещание было нацелено на то, чтобы обеспечить понимание того, насколько готовность в проведении всех мероприятий у тех или иных организаций. Мы сегодня определили, что готовность достаточно высокая, определили направление, где еще необходимо будет уделить определенное внимание в работе наших управлений и организаций предприятий. Оргкомитет принял решение, что программа основных торжественных мероприятий начнется с молебна у часовни и возложения цветов у мемориального комплекса «Скорбящая мать». Далее будут организованы культурно-массовые и развлекательные мероприятия, а также народные гуляния.